огня по технике безопасности как раз на выгоревшей стороне. Произвожу тушение ранцем Ермак. И, как видите, это довольно-таки эффективное вооружение. Тушь, так, огонь. Вот здесь вот тушил. Значит, перехожу вот на другой. Вот пенек горит хорошо. И. Так, все, сейчас мы его потушим. Все равно потушим. У меня 20 литров. 20 литров. Ну, маленькие наушники. Вот зайдем с этой стороны. Перейдем на следующий. И вот. О. И все. Очаг потушен. Хорошее вооружение.